Всем добра и здравия. Сегодня очередной выезд в поисках селищ Средневековой Руси. А место новое. Пойду посмотрю. Высокую точку на карте я отметил. Надо ее проверить. Но в этом лесу я еще ни разу не был. Так что, дай бог, повезет. Что будет интересно, интересного покажу. Всем удачи. В этом сигнале обломок ножа. И вот она, интересная находка. Это праслица. Сейчас почищу, покажу. Так, вот она, праслица. Отлично. Ножичек. Ножичек как раз средневековый. Вот так вот блеснуло. Подумал, ну, чешуйка, но нет. Что-то увесистое. На свинец не похоже. Какой отличный нож нашел. Без потерь, вообще классный. Ну вот здесь походу было небольшое такое озерце или что тут, водоем. Деревья здесь в этом месте не растут из-за обильной влажности почвы. А вот там я нашел как раз пряслица. Недалеко, где пряслица нашел, начало попадаться железо старинное. Где-то рядышком. Вот какой-то ручеек. И овраг такой нормальный, и со спутника его хорошо видно. Так она, зараза, блеснула хорошо. Думаю, вот она. А нет. Какой год? 2000-й. Оставим на память следующим поколениям. Так, еще какая-то ерундовина, типа значка, не знаю, что это, нашивка. Так, что-то написано, Чешин, город в Польше. Падает солнышко. Погода разгуливается, утром дождичек небольшой был. Снаряд вытащил. Вот с такой глубины.
Да, кручусь я в этом лесу уже сколько? 4 часа. И пока успехов нету. Но бывает и такое. Буду искать дальше. Ну, видимо, это подковка на каблук. Ну вот в этой низине, где ручей течет, первая подковка в этом сезоне. Копеечка, советики попались, 1957 год. Так, ну, в лесу мне не получилось найти поселение. Скорее всего, там уже его выбили, потому что признаки небольшие-то были. Там ножички и тому подобное. Но основного как бы ничего нет. Он, видимо, подвыбито место еще до меня. Ну ладно, это решил выехать вот в это поле. Я каждый год посещаю это поле, это... Интересное поле, хорошее. Здесь, как мы предполагаем, раньше была ярмарка. И оно пашется постоянно, даже несколько раз в году. И поэтому находки здесь периодически бывают интересные. Так что как-то так. Ну, лес это хорошо, но сегодня я решил в поле выйти. Видео будет в одном сюжете, чтобы не дробить на маленькие кусочки. Так что как-то так. Ладно. В путь. Всем удачи. Кусочек серебра мне попался. Вот такой вот он. Какое-то изделие было интересное. Вот такой вот кусочек серебра. Так, находка у меня. Пуговка, гирька. Называют горячие камни, но без воды. Пуговка попалась. Так, ну пуговка в нормальном сохране, с ушком, с цифркой 34. Так, вот такую вот находку сейчас нашел. Что это? Может, спинка фиболы? Так, ну вот, что это, может ручечка, может спинка фибулы какой-нибудь. Так, ну вот она лежит просто на земле, отдыхает. Пломба. Такая вот маленькая штуковина попалась.
Так, дамы и господа, перстенек выскочил. Так, лопатка чуть-чуть саданул. Зато видно, что бронза. Даже какой-то рисуночек просматривается. Так, ну это 18-й. 18-й, 19-й, 18 век. Выскочила вот такая вот находка. Не знаю, что это. Кто знает, подскажите. Пломбочка еще одна маленькая выскочила. Такая вот. Ну, также здесь попадаются вот такие вот, как я понимаю, это заготовки для пуговок. Здесь их раньше вообще очень много попадалось. Вот. Дырок нету, подушка. И вот такие они вот литые. По две, по три штуки. В основном по две вот были. Отличная находка, пуговица-гирька. Вот я ее от грязи почистил. Обалденная находка. Смотрите, какой рисуночек. Красавица. Тяжелая. Царская. Так, убитая деньга. 1750 какой-то год. Это у нас Елизавета Петровна. На этом поле, вот в этой части, много керамики толстой попадается. Так, и вот по предыдущим годам тоже помню, вот такие вот штучки попадались. Штуковины такие вот. Еще одна пломба попалась. Так вот, тут вот сзади даже надпись есть. Можно будет потом попробовать прочесть. Так, вот еще такая кроха попалась, пуговка. Так, ну и отчет. Ножички, пломбы, монетки, пуговки. Перстень. Вот это вот утверждать не буду, но может быть. Спинка от фибулы. Серебро. Кусочек. Пряслица. Заготовки, пуговки. Ну, вот этот диковин, не знаю, что это.
Так, все, на сегодня достаточно. Походил я. Сейчас время 17:37. Где-то в 9 я был уже на поле. Завтра, скорее всего, тоже поедем на коп с комрадом. Что найдем, то покажем. Всем удачи, всем пока.